Из поучения святителя Иоанна Златоуста беседа о том, что христианин должен иметь все признаки верного. Вижу, что многие после крещения живут небрежнее некрестившихся и даже не имеют никакого признака христианской жизни. Посему ни на торжище, ни в церкви не скоро различишь, кто верующий и кто неверующий. Разве только при совершении таинств можно увидеть, что одни бывают высылаемы, а другие остаются в храме. Но надлежало бы отличаться не по месту, а по нраву. Ибо достоинства внешние обыкновенно познаются по внешним признакам. А наши достоинства надобно распознавать по душе. Верующий должен быть виден не только по дару, но и по новой жизни. Верующий должен быть светильником для мира и солью. А ежели ты самому себе не светишь, не предотвращаешь собственной гнилости, то почему нам узнать тебя? Потому ли, что ты погружался в священные воды? Но это может довести тебя до наказания. Величие почести для нежелающих жить сообразно оной увеличивает казнь. Верующий должен блистать не тем одним, что получил от Бога, но и тем, что ему, собственно, принадлежит. Надобно, чтобы он по всему был виден, и по поступи, и по взору, и по виду, и по голосу. Сказал же я о сём не для того, чтобы нам соблюдать благоприличие, не для показа, а для пользы тех, кто смотрит на нас. А теперь, с которой стороны не стараюсь распознать тебя, везде нахожу тебя в противоположном состоянии. Хочу ли заключить о тебе по месту? Вижу тебя на конских христалищах, на зрелищах. Вижу, что ты проводишь дни в беззакониях, в худых сообществах, на рынке, в сообществе с худыми, развратными людьми. Хочу заключить о тебе по виду твоему лица. Вижу, что ты непрестанно смеешься и рассеян, подобно развратной блуднице, у которой никогда не закрывается рот. Стану ли судить о тебе по одежде? Вижу, что ты наряжен ничем не лучше комедианта. Стану ли судить о тебе по спутникам твоим? Вижу, что ты водишь за собой тунеядцев и льстецов. Стану ли судить о тебе по словам? Слышу, что ты не произносишь ничего здравого, дельного, полезного к нашей жизни. Буду ли судить о тебе по твоему столу? Здесь открывается еще более причин к осуждению. Итак, скажи мне, почему могу узнать, что ты верный, когда все исчисленное мною уверяет в противном? И что говорю, верный? Даже человек ли ты, и того не могу узнать подлинно, когда легаешься, как осел, скачешь, как вол, ржешь на женщин, как конь, объедаешься, как медведь, утучняешь плоть, как лошак, злопамятен, как верблюд, хищен, как волк, сердит, как змея, язвителен, как скорпион, коварен, как лисица, хранишь в себе яд злобы, как аспид и ехидна, враждуешь на братьев, как лукавый демон. Как могу счесть тебя человеком, не видя в тебе признаков естества человеческого? Ища разности между оглашенным и верным, подвергаюсь опасности не найти разности даже между человеком и зверем. Ибо чем назову тебя? Зверем? Но у каждого зверя, который либо один из сих пороков, а ты совокупил в себе все пороки, далеко превосходишь их своим неразумием. Назову ли тебя бесом? Но бес не служит мучительству чрева, не любит денег. А когда в тебе бы больше пороков, нежели в зверях и бесах, скажи мне, как назовешь тебя человеком? Ежели же нельзя назвать тебя человеком, то как наименуем тебя верным? А что всего хуже, находясь в столь худом состоянии, мы и не воображаем о безобразии души своей,
не имеем понятия об ее гнусности. Когда сидишь у волосочесателя и стрижешь волосы, то, взявши зеркало, со всем вниманием рассматриваешь прическу волос. Спрашиваешь предстоящих и того, кто стриг, хорошо ли они лежат у тебя на лбу. Будучи стариком, часто не стыдишься до неистовства предаваться юношеским мечтаниям. А того, что душа наша не только безобразна, но даже зверообразна и стала сциллою или химерою, упоминаемыми в языческом баснословии, немало не чувствуем, хотя есть здесь духовное зеркало, которое гораздо лучше и полезнее вещественного. Ибо не только показывает безобразие, но даже, если захотим, превращает онное в несравненную красоту. Зеркало же сие – это память о добрых мужах и повествование о их блаженной жизни, чтение Писания, законы от Бога данные. Ежели захочешь однажды посмотреть на изображение онных святых, увидишь гнусность своего сердца, а увидев, ни в чем другом не имеешь уже нужды, дабы избавиться от всего безобразия. Для чего? Для сего самого полезно нам зеркало. Оно делает удобным превращение. Итак, никто не оставляй в образе бессловесных. Итак, никто не оставайся в образе бессловесных. Ежели раб не входит в дом отца, то как можешь вступить в онное преддверии, будучи зверем? И что говорю зверем? Такой человек хуже всякого зверя. Зверь хотя по природе дик, но часто посредством человеческого искусства делается кротким. А ты, который природно их зверство превращаешь в несвойственную им по природе кротость, какое извинение будешь иметь, когда свою природную кротость превращаешь в неестественное зверство? Дикого по природе делаешь смиренным, а себя, который по природе смирен, против природы обращаешь в дикого. Льва укрощаешь и делаешь ручным, а своему гневу попускаешь быть неукротимее льва. В первом случае встречаются два затруднения. То, что зверь лишен разума, и то, что он всех сердите. Впрочем, ты по избытку мудрости, данной тебе от Бога, преодолеваешь и природу. Как же ты в зверях препобеждаешь природу, а в себе самом изменяешь и природе, и совершенству воли? Если бы я велел тебе сделать кротким другого человека, ты не счел бы моего приказа невозможным, хотя и мог бы мне возразить, что ты не господин чужой воли, и что не все от тебя зависит. Но теперь велю тебе укротить собственного зверя, над которым ты полный господин. Итак, чем оправдаешься в том, что не владеешь природою? Какое можешь представить благовидное извинение в том, что из льва делаешь человека, а о себе не заботишься? Когда из человека делаешься львом, ему сообщаешь свойства выше его природы, а в себе не сохраняешь естественного. Диких зверей стараешься довести до одинакового с ним благородства, а себя самого низвергаешь с царского престола и доходишь до зверского неистовства. Представь себе, если хочешь, что и гнев есть зверь, и сколько другие стараются над обучением львов, столько покажи старания над собою, и необузданный гнев свой соделай тихим и кротким. Ибо гнев имеет столь страшные зубы и когти, что истребит все, если не укротишь его. Даже лев и ехидна не могут терзать внутренности столикой жестокостью, как гнев непрестанно терзает железными когтями. Он не только вредит телу, но расстраивает самое душевное здравие, поедая, терзая, раздробляя всю силу ее и соделывая ее ни к чему не способную. У кого завелись черви, тот не может дышать,
когда все внутренности его изъедены, как же можем породить что-нибудь благородное, нося внутри себя этого змея, я имею в виду гнева, снедающего внутренности нашей? Каким образом избавимся от всей язвы, если будем употреблять питье, которое может умертвить внутренних червей и змей? Но какое питье, спросишь, имеет такую силу? Честная кровь Христова, если упованием приемлется, она может уврачевать всякую болезнь, а вместе с ним внимательное слушание божественных писаний и присоединяемое к этому милостыня. Всеми силами этими средствами могут быть умерщвлены страсти, расслабляющие нашу душу. И тогда только будем жить, а теперь мы ничем не лучше мертвых. Когда живы страсти, нам невозможно жить, но необходимо должно погибнуть. Ежели не успеем умертвить их здесь, то они умертвят нас там. Вернее же сказать, еще здесь, прежде оной смерти, подвергнут нас жесточайшему наказанию. Каждая из этих страстей жестока, мучительно, ненасытно, и каждый день, поедая нас, ничем не удовлетворяется. Зубы их – суть зубы львиные, и даже страшнее львиных. Когда лев сыт, тотчас оставляет попавшееся ему тело, а страсти никогда не насыщаются и не отстают, доколе уловленного ими человека не увлекут к дьяволу. Такова сила страстей, что они требуют от пленников своих такого же рабства, в какое Павел предался Христу, презиравший для него и гиену, и царство. Ибо как скоро впадет кто в плотскую любовь, сребролюбие или честолюбие, начинает уже смеяться над гиеной и презирать царство, только бы исполнить ему волю сих страстей. Итак, поверим Павлу в том, что он столько любил Христа, когда есть люди в такой же степени раболепствующие страстям. Что же невероятного в любви Павловой? Потому и слабее наша любовь ко Христу, потому что вся сила нашей любви истощается в любовь порочную. И мы, хищники, серебролюбцы, рабы суетной славы. А что может быть маловажнее сей славы, если сделавшийся и в тысячу раз знатнее, ничем не лучше будешь людей неизвестных? Напротив, через сие самое сделаешься бесчестнее, когда те, которые охотно тебя прославляют и выставляют знаменитым, смеются на того за то самое, что ты желаешь от них славы. То сие усердие не произведет ли противного твоему желанию? Ибо люди сии поступают как обличители. Кто хвалит преданного прелюбодеянию или блуду и ласкательствует ему, тот сим самым более обличает, нежели хвалит похотника. Так, если все мы хвалим пристрастного к славе, то более обличаем, нежели хвалим славолюбивого. Итак, для чего же ты много заботишься о таком деле, которого следствия всегда противны твоей цели? Если хочешь быть прославленным, презирай славу, и будешь славнее всех. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.